Опрос сервиса SuperJab показал, что в среднем россияне ежемесячно дают родителям 8,5 тысяч рублей помощи. Больше половины опрошенных согласны с идеей, что взрослые дети должны материально поддерживать родителей. Чаще всего отмечали важность материальной помощи мужчины, молодежь до 25 лет и люди с доходом выше 80 тысяч рублей. За последние 11 лет процент помогающих своим родителям детей увеличился на 6 процентов, детали на сайте.